Добрый день, друзья! Спасибо, что пришли. Вот погода сегодня, к сожалению, довольно мерзкая, как и ситуация в нашей судебной системе. У нас тут наши два юриста, да, самых великих, Путин и Медведев, они все время нам обещают построение независимого суда. Они его действительно строят, этот независимый суд. Он независим от понятий законности, справедливости, гуманности, открытости. Мы вообще, вот мы слушали выступление, у нас здравого смысла независим. Когда человеку, например, который искалечил Андрея Сычева, сделал инвалидом на всю жизнь, ему дают 4 года. А Айгуль Махмутовой за ее критические статьи в адрес московского руководства ей дают 5,5 лет. Ну где здесь здравый смысл вообще? Где здесь законность? Нет. Когда министр Адамов обокрал государство на 30 миллионов долларов, все это знают, ему дают условный срок за это, а Ходорковскому 20 лет хотят давать, второй раз его судят по надуманным обвинениям. Где здесь здравый смысл, где здесь законность? Нет. Здесь уже приводила статистика, что 99% приговоров обвинительные. Это не независимая власть судебная, это встроенный вертикаль элемент, такой же как парламент, который не место для дискуссий, такой же как губернаторы, коррупционеры, которых назначают в администрации президента. И эта власть судебная, она не отстаивает наши интересы. Мы можем ходить в Тверской суд, в Мещанский, в Московский городской, в Верховный, в Конституционный суд мы можем ходить, а правосудие везде одно, басманное. И только мы с вами можем добиться перемен. Не надо вот на Медведева, там, на его эти призывы к модернизации обращать внимание. Он уже вот в послании сказал, он к планетам будет летать, к другим. Пусть летит на Юпитер, пусть забирает туда Путина, и все правительство это тоже забирает. А мы с вами должны требовать реформы судебной системы. Мы действительно должны добиться люстрации каждого судьи, который принимал неправосудные решения. Мы должны добиться, чтобы из квалификационных коллегий, которые принимают решения о санкциях в отношении судей, исключили всех представителей исполнительной власти. И чтобы там были представители гражданского общества, представители адвокатского сообщества, правозащитники, чтобы это была независимая судебная власть, которая отстаивала наши интересы и помогала нам бороться с чиновниками, паразитами, с этими бюрократами. Вот чего мы с вами должны добиваться. Поэтому давайте будем солидарны в этом вопросе. Долой продажных судей! Долой басманное правосудие! Долой продажных судей! 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 Значит, я